Сегодня у нас на обзоре холодный криптокошелек Tangem Card. Кошелек поставляется комплектом из 2 или 3 карт, но лучше брать из 3, и скоро поймете почему. Давайте рассмотрим все его плюсы, особенности, минусы и меры предосторожности. Tangem Card – это инновационный холодный кошелек, предназначенный для безопасного хранения ваших криптовалют, и он обладает большим рядом преимуществ, которые мы сейчас рассмотрим. А в самом конце видео покажу, как настроить карту для дальнейшего использования. Так что не переключайтесь, сперва обзор, а потом и инструкции. Начнем с положительных сторон устройства. Первый плюс Tangem Card – его простота использования. Карта имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, что делает работу с ней очень легкой даже для новичков. Первичная настройка устройства и его дальнейшее использование не требует особых знаний и подхода. Все, что нужно, это ваш телефон и сама карта. Второй плюс – безопасность. Tangem Card использует передовые технологии для защиты криптовалютных активов. Так, например, в нее встроен чип от Samsung EAL6+, с защитой от взлома и аппаратного шифрования, что обеспечивает надежную защиту от киберугроз. Такой же чип используется в биометрических паспортах многих стран. Уровень защиты тут максимальный. А сам чип, по заявлению производителя, работает как минимум 25 лет. К безопасности также стоит отнести защиту паролям и биометрическими данными, такими как отпечаток пальца или распознание лица. Саму карту можно продублировать 2 раза, таким образом будет 3 экземпляра. Если украдут или будет утерян первый, всегда можно будет достать 2 или 3. А каждая неудачная попытка доступа к пропавшей карте будет добавлять по 1 секунде ожидания к новой попытке взлома, и так до 45 секунд, после чего каждая попытка будет требовать ожидания без четверти минуту. Третий плюс – мобильность. Tangem Card имеет компактный размер, который позволяет носить его с собой в кошельке или кармане. Вы можете иметь доступ к своим средствам в любое время и в любом месте. Уровень защиты здесь IP68. Это означает, что ей не страшна ни вода, ни пыль, ни жара, ни холод. Четвертый плюс – поддержка различных криптовалют. Tangem Card совместим с различными видами криптовалют, включая биткоин, эфириум, сеть Ripple, BSC, TRC20, все различные Polygon, Matic и многие другие. Это делает его универсальным инструментом для управления вашими цифровыми активами. А добавить любые монеты поддерживаемой сети не составит труда, зная контракт-адрес нужного актива. Пятый плюс – отсутствие сид-фразы, которую невозможно украсть, забыть или потерять. Однако это одновременно и минус, так как, не имея приватных ключей, которые хранятся на карте в зашифрованном виде, нет возможности импортировать кошелек на других устройствах, что создает некую привязку именно к данному продукту. Шестой плюс – это отсутствие проводов, батареек и дополнительных девайсов, которые, как правило, тоже стоят денег. Седьмой плюс – это функция Wallet Connect, которая позволяет подключаться к децентрализованным биржам, например, к PancakeSwap, OneInch, BSwap, Uniswap, SushiSwap и так далее. Восьмой плюс – стоимость кошельков. 2 карты обойдутся за $43.90, а 3 карты – $55.90. Помимо плюсов, Tangem Card имеет несколько особенностей, которые стоит упомянуть. Например, карта поддерживает офлайн транзакции, что означает, что вы можете проводить операции без доступа к интернету, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Это также, пожалуй, самое лучшее решение, если речь идет о передаче криптовалюты по наследству. Поскольку наследникам не нужны будут никакие инструкции и сид-фразы, достаточно будет самой карты, которая может лежать десятками лет где угодно и ждать своего часа. Как и у любого устройства, у Tangem Card есть некоторые минусы и меры предосторожности, о которых стоит знать. Первое, что следует учитывать, это то, что если вы потеряете Tangem Card или забудете пароль, то доступ к вашим криптовалютным активам будет невозможен. Однако, например, если будет забыт пароль, то его можно легко сбросить при наличии дубликата. Именно для этого карты и поставляются в 2 или 3 экземплярах. Второе, важно убедиться, что вы покупаете Tangem Card только
только у официальных продавцов или у доверенных поставщиков. Это поможет избежать подделок и обеспечить подлинность устройства. Кстати, по моей ссылке в описании под видеороликом вы получите 10% скидки в официальном магазине производителя. Так что не забудьте об этом, если надумаете купить Tangem Card. Также рекомендуется обновлять приложение для Tangem Card, чтобы иметь доступ к последним функциям и исправлениям безопасности. В заключение хочется сказать, что Tangem Card – это надежный холодный кошелек для хранения ваших криптовалютных активов. Он прост в использовании, обеспечивает высокий уровень безопасности и поддерживает различные криптовалюты. Однако не забывайте о мерах предосторожности, таких как хранение дубликатов в безопасном месте и регулярное создание резервных копий данных. Теперь давайте покажу, как активировать карты и сделать запасные дубликаты. Сперва нужно скачать приложение Tangem. Для этого просто прислоните карту к своему телефону в нужной области для считывания NFC. Вам будет предложено скачать приложение. Я уже скачал и установил, поэтому просто сразу его открою. Далее нужно отсканировать карту, после чего будет предложено создать кошелек, если была отсканирована пустая карта. Жмем на соответствующую кнопку, прислоняем карту, и в этот момент создается как кошелек, так и приватные ключи. Следующий шаг – это создание бэкапа, то есть дубликатов. Данный шаг можно пропустить и вернуться к нему позже. Важно знать следующее. Бэкап делается один раз, то есть нельзя сделать копию сперва одной карты, а через время еще одной. Если у вас три карты, то делайте сразу две дополнительные копии за один раз. Следуя инструкциям, копируем карту, прислоняя ее к телефону, и повторяем действия, если у вас три карты, а не две. Это был краткий обзор Tangem Card. Надеюсь, что вы получили полезную информацию о данном холодном криптокошельке. Если у вас остались какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, оставьте их внизу. Не забывайте также подписываться на Telegram, там еще больше полезной информации на тему криптовалюты. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.